Установка для выдува PET-бутылок. Производство Практик М. Установка комплектуется стандартной печью разогрева, 5-уровневый нагрев, галогенные лампы, 36 консолей. Оператор ставит холодные приформы, горячие забирает для загрузки уже в сам станок. То есть здесь, в принципе, ничего такого очень отличающегося нету. Ну, регулировка там всех ламп, то есть все стандартно. То есть плюс регулировка 1,5-литровые приформы, 5-литровые приформы. То есть пазы позволяют загружать сюда любую приформу. То есть меняем консоль, грузим, допустим, 5-литровую. Значит, сам выдув, он очень сильно отличается от стандартного выдува полуавтомата под бутылки. Во-первых, здесь трехъездовая матрица, а во-вторых, оператор не вытаскивает, ничего не вставляет. То есть его задача просто три приформы забросить в три отверстия. После того, как последняя приформа оказалась в своем посадочном месте, станок смыкается, выдувает бутылку и, соответственно, выбрасывает ее через откидные донышки, то есть вниз, подает на конвейер, и конвейер уже собирает. Донышки открываются. Конвейер уже поднимает с пола бутылки и подает их там куда-то. Это часть пресс-формы? Да, да, это именно донышки. Ага. Пресс-форма с откидным низом. Да, пресс-форма с откидным низом. То есть, ну, во-первых, в чем плюсы? Во-первых, машина полностью закрыта, то есть оператор не сможет сунуть руки там, нечаянно, ничего. А во-вторых, за счет времени на выброс и на загрузку увеличивается производительность. Реальная производительность всего где-то 1400-1500 бутылок в час. Ну, это тоже в зависимости от бутылки, конечно, на 1,5-литровой 1450 это реальная производительность. Здесь это бункер под конвейер. Да, это бункер под конвейер. Вот конвейер, он уже упакован, он стоит вертикально под 45 градусов. Ну, то есть забирает из бункера бутылку и выбрасывает ее уже там в коробок там, или еще там куда-то. Значит, машина работает на давлении до 20 атмосфер, чего, в принципе, вполне достаточно для выдува качественной бутылки. Значит, еще момент. Для 5-литровой бутылки здесь стоит два гнезда. Два гнезда? Да. То есть, соответственно, производительность на 5-литровой бутылке где-то 800 банок в час. Примерно так. Ну, значит, здесь точно так же загружается приформа, точно так же не выбрасывается. То есть, как бы, ничего не меняется, единственное, производительность. Управляет всем контролем, то есть все настройки, там, время выдува, время сброса. То есть это все регулируется, в принципе, точно так же, как на обычном полуавтомате. Пресс-форму нужно заказывать сразу, получается, с автоматом, правильно? Потому что она же индивидуально, получается, делается под автомат. Да, да, совершенно верно. Срок изготовления такого автомата, такой установки полностью? Где-то ориентировочно 40 дней, то есть вместе с учетом пресс-формы.